Высокие технологии. Хай-тек. Как говорят сторонники перехода и перевода автомобилей на электрический двигатель, развиваться эта сфера автомобилестроения могла бы быстрее, если бы наличествовала соответствующее требованиям времени инфраструктура. Имеется в виду заправки, точнее места, где автомобили могли бы без проблем подзарядить аккумуляторы, и тех центры, где владельцы электромобилей могли бы своих железных коней обслуживать быстро и недорого. Решение первой части уравнения предложили сотрудники немецкого стартапа Ubitricity. По их мнению, оптимальным выходом из положения мог бы стать обычный уличный фонарь, точнее фонарный столб, через который должен быть пропущен тот самый кабель, который даст возможность подзаряжаться тем, кто пользуется электромобилями, не вызывая проблем в общем электроснабжении. Электромобиль – транспортное средство прежде всего для городской среды и для городского пространства. На нем совершаются небольшие поездки, но их много. В результате аккумуляторы разряжаются быстро. Нужно предоставить водителям возможность зарядки батареи. Тем более, что напряжение и сила тока в этом кабеле вполне хватит для того, чтобы обеспечить электричеством всех. Таким образом, инженеры, пользуясь уже существующей инфраструктурой и имеющимся графиком профилактических работ, думают, что смогут обеспечить владельцев электромобилей станциями подзарядки, приводя в доказательство расчеты возможной стоимости работ. Она составит, как полагают сотрудники Ubitricity, от 300 до 500 евро за каждый фонарный столб.